Хороший всем привет! Привет на канале «Пиратская жизнь». Так, девчонки, мальчишки, а также их родители, веселые истории, услышать них ответили. Да. Всем привет-привет! Одела, слушайте, вот этот новый халатик, постирала его, он чуть подсел. Ну и я чуть подраздалась, что-то я в последнее время так себя расслабила, девочки, расслабила. Да, признаю, расслабила. В общем, решила вот сегодня халатик вот этот новый одеть. И чё, девочки, уходит эпоха. Уходит эпоха. Вот этому халату пора уже на покой. Пора на покой. Так, надо здесь отрезать будет эту штуку. Потому что царапается. Блин, я не знаю, что-то мне царапаются эти штуки. Бирки. Вот. Так что все, девочки, уходит эпоха. Уходит эпоха. Мой старый вот такой халатик. Смотрите. У меня уже такой весь раззадолбанный. Уходит эпоха. Вот. Я его беру, так вот складываю и выкидываю. Да. Потому что пришло время. Да, наконец-то мы выкидываем. Вот, а это вот новый халатик. Хоп. Я в новом. Да. Слушай, у меня так вчера нога разболелась. Вообще жесть. Причем, знаете, где разболелась? Не вот здесь вот коленка, да, не боковые вот эти, а сзади. Я не знаю почему, у кого-то как то ли мышцы, то ли чего. Вот здесь вот прям, знаете, прям вот просто развалилось и все тут. Прям очень сильно. Вчера даже обезболивающее пила. И пила вот это противовоспалительное. Почитала, это вроде как у меня опять воспаление моего вот болезни. У меня же гонартроз коленного сустава. Видать, что-то там воспалилось. Я вчера находилась очень так прилично. Вот, и этот. Я думаю, может быть, из-за этого. Фиг его поймешь. Фиг его знаешь. Не знаю. В общем, короче, больно. Очень сильно больно. Сегодня чуть полегче нога отдохнула. Вот. Я вчера, говорю, очень так прилично так находилась. Вчера, во-первых, пешком шла домой раз. Во-вторых, мы еще Покровку все прошли, в общем. И говорю, разболелась коленка, я не могу. Разболелась. Так, сейчас надо пожрать. Бог, он счастливый, довольный. У него, короче, пошел костюм. Вот. Заказывали на Озоне. По-моему, то ли с Китая гнали, то ли с Англии гнали. В общем, короче, там костюм, вот эта вот фирма, которая вот у него жилетка, заказали на Озоне. Кстати, недорогой. Получилось. То есть в магазинах покупать намного дороже. А вот, и пришло. Месяц почти шел. Вот и пришло. Надо этот доставать. В смысле, короче, нужно идти на почту. Забирать. Так, сейчас пожрем. Маленький пожрем. Как пожру борща, посплю. Вот. Встала сегодня на весы. У меня тут, знаете, перед этими днями, так сказать, все вес набирается. Кстати, да, заметьте, девчонки, когда у нас определенные дни, у нас в организме скапливается жидкость. Ну, конечно, я понимаю, что это не жидкость. Признаю, грешна. Много жрала в последнее время. Вот, и пироги, и прочее. Ну, вот. Весы не заставили себя ждать. Да. В общем, откатилась на килограмм с лишним. Снова 95. Я так надеюсь, что 93. Нет, снова 95. Так далее. Ну ничего. Кажется, не унываем, не печалимся. Вчера, говорю, вот находилась, и теперь нога болит. Теперь вот страдаю. Нога. Надо, кстати, может быть, чтобы мне он просто помазал даже. Чем-нибудь. Но вчера шла прям было нормально. А вчера, знаете, вот как-то вот разгибаешь ее вот полностью, да, как коленку, как кузнечик там пытаешься там внутрь. И все, начинает прям боль. Я уж не знаю, что это такое. Вчера, говорю, читала. Пишут, что это вот как раз вот воспаление коленного сустава. Нет, конечно, не такая боль, когда вот прям наступаешь и прям так сказать, пробивает. Нет, намного легче все, но все равно побаливает. В общем, нужно быть осторожнее.
аккуратнее. Буду стараться держать себя в руках. Сейчас попробуем, что у нас тут получился за харчо. Ван говорит, кислый, переложила вчера этого сока. Как он называется-то? Приложила, говорит, сока. Гранатового. Я говорю, да нет, вроде нормально. Кинзы вчера сюда столько лупили, прям вообще. Сейчас погреем. В общем, одни печальные, одни огорчения. Нога болит. На весах опять там плюс. Вот. Что-то там погода стрёмная. Прям... Но я зато выспалась, все не умылась. Красотка. Бровки. Домиком. Глазки домиком. Все у меня как у странного, стрёмного гномика. А в голове с утра 100 000 почему, когда пошу я, и почему так мало. Сейчас сделаем все по красоте. Так, что у нас вот? А вам говорят вчера, купи хлеб. Мы еще этот не доели, а? Говорит, ну, там осталось мало. Так, хочу что-нибудь вкусненького. Раз пирог остался, Вот это, наверное, тогда я уберу холодильник. Хотя нет. Нет, надо убрать холодильник, потому что в противном случае выходит. Вот здесь яйца равно. В голове с утра 100 000 почему? Объясните, папа с мамой пишут, что почему? Глазки домиком, бровки домиком, похоже на маленького сонного гномика. Ладно, сейчас уж наемся пирогов. Все. Потом будем худеть, девочки. Не знаю, какие-то с мясом, вроде так. В голове с утра 100 000 почему? Так, а вот это с ватрушкой надо тоже, наверное, одну нам на двоих будет достаточно. Одного на двоих. Разрежу. Одно оставим. О, нет, какие красивые, смотрите. Они как эти плетенки, что ли? Вкусно. Вкусненько. Сейчас пакетик. Пакетик надо убрать. Голове с утра 100 000 почему? Объясните, папа с мамой, что к чему? Так, пам-пам-пам. Я не знаю, как ее, в холодильник все-таки или так? Ладно, уберу в холодильник, чтобы не испортился. Блин, тут еще холодец вот. Короче, все надо доедать, девчонки. Все надо доедать. Холодец, салаты. У меня вот тут один салат, это капусточка тоже надо взять. Так, а где у меня зеленый? А, вот, девушка. Потеряла. Вчера, кстати, лазила по Wildberries и по Озону. Девчонки, заказала новую себе посудосушилку. Вот, вкладыш в этот ящик. Нашли, кстати, вчера фасады. Нашли прям ящики красивые, белые. Такие, знаете, прям современные, под стиль. Вот этих вот новых ящиков. Но, к сожалению, прям фасадов отдельно не нашли. А вот, нашли прям ящик. Ящик стоит 3000. Я вот думаю, найти будет полностью вот этот весь комплект. Вот хотя бы верхний ящик поменять. Сколько? Раз, два, три, четыре. Причем они, кстати, знаете, они стандартные абсолютно. Я вчера даже посмотрела. Вот, поэтому как вариант поменять. Ну, что-то я думала, там, это прикидывала. Кухню даже там какую-то нашли, такую симпатичную. Вот, но, опять же, повторюсь, вот, стены. Тут у меня весь вопрос-то даже не в том, чтобы вот эти вот ящики купить, там, какую кухню выбрать. Можно было бы, в принципе, заказать, но... Опять же, повторюсь, проблема в том, что, соответственно, нужно... Ой, какая ватрушка классная. Какая классная, обалденная. Проблема в том, что этот, говорю, стены. Все это нужно делать. Раз.
еще вкусного. Тут всего накупили, а не успеваем даже есть. Чтобы не испортилось. Тарелочка моя ты, девочка моя ты, припевочка моя. Так, это у нас тут пакетик. А, не спасать. Так, пока оставлю, чтобы могу малышку салатик не снимать. Так, что у нас тут? Холодец надо кушать, да? Холодец, холодец, холодец. Курма он тоже портится, как я смотрю. Надо тоже ее кушать курму. Голове не бум-бу, малолетка, дура-дурой. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Дура-дурой. Все вскипело. Я вижу, я слышу. Так, и осталось два кусочка. А два кусочка холодца. А у тебя валялись на столе. Так, вот этот большой вован, вот внимание. Это еще два осталось. Видите? Только на неделю холодца. На неделю, ё-моё. Вечером будем готовить еще. А два кусочка колбаски. А у тебя лежали на столе, а ты рассказывал мне сказки, эх, да я не верила тебе. Так, побольше горчички. Люблю я горчичку. Она пока свеженькая, хорошенькая. Ух, он сейчас пожрет с горчицей. Да, кстати, прикольно, горчица прям очень нравится. Русская. И мне, кстати, знаете, очень понравилась Наташа, вот эта дежурская кухмастер. Тоже классная вообще горчичка, девчонки. Шикарная. Так. Ну, ой, я тут горчицу накидала. Ой, ё-моё. Слушайте, да она прям такая забойная, забористая. Так вот, рулетики, рулетики. Рулетики, горчичка. Короче, так все хватит. Все, салатики. Там это тут. Салатики, пирожки. Горчичка. Хотела, знаете, колбаску положить. Блин, ну нафиг. Надо это все видеть. Сперва. Колбаска есть. Кстати, еще купили, знаете, вчера вот такой вот этот сырокопченый бекон Дымов. Тоже, кстати, неплохой. Была вчера акция в Спаре. Вот взяли две штучки, потом что-нибудь приготовим. Ловко. Взял, короче, колбаску открыл. Ну, возьми ты пакет. Убери ты вот эту пленку дурацкую. Нет. Не убирает. Лёд, нафига я вчера хлеб купила? Нафига? Ну, смотрите, у нас еще вот этого хлеба полно. И этот еще. Таланчу. Хлеба бери, хлеба. Вот и выкидывается хлеб, вот так что берется. Прям в холодильник хоть убирай. Вот, надо вот так, когда он не будет портиться. Так, сыр есть, хлеб есть, все есть. Короче, дома полно уже ротвы, полно еды. Суп. Суп. Как у меня Вовка говорит, из семи залуп. Две покрошенные, а три так брошенные. Нравится мне вот это новое. Новое вот это полотенчико. Прям обалденное. Так, последнее. Все быстро заканчиваются. Все чаечки. I'm dance, dance, dance with my fans, fans, fans. Видите? Beetlejuice. Beetlejuice. Beetlejuice.
Я говорю, это вот это, тысяч. Нравятся мне вот такие вот платьики. Причем, знаете, в последнее время выбираю с открытым рукавом, ну, с открытой рукой. Ну, а что стесняться? Ну, большие руки, да. Вот, видите, зато опавшие, так сказать, нормально. Нормально опавшие. Так, салат надо съесть. Это все готовится. Нужно чаючку заварить. Куда денешься от своей полноты? Вот у меня, видите, как, вот новый халатик. Старенький, все. Убираем. Не, ну просто давно уже пора. Есть халат, который я прям редко ношу, они уже такие старенькие. А есть старенькие, любименькие. И вот, знаете, их прям жалко выкидывать. Поэтому я их не выкидываю. Ой, как. Вот так пятнатые появляются. Страшно. Так. От чая. Так, все заваривается. Чаек заваривается. Блин, пятнышко поставила. Теперь будет прям по центру от чая. Чего такая руки-крюки? Непонятно. Почему я руки-крюки? Почему я такая? Так, все, в общем, есть все на столе. Все сюда есть, все есть. Все хорошо. Хлеб, не знаю, резать, не резать. Можно, в принципе, резать. Вот я вот, наверное, без хлеба. Я вам сейчас кусок положу. И все, я без хлеба. Я лучше пирог съем. Лишний хлеб не надо. Конечно, хочется. Нет. Не буду. Ой, я прям так положу, сколько надо. Так, все, короче, как-то так. В общем, девчонки, последнюю новость все рассказала. Сегодня пойдем за костюмом классным. Вот, наконец пришел. Если действительно качество достойное, если не какая-то там подделка и нормальное качество, можно будет там заказать ему костюм. Там действительно вот эти вот крутые костюмы, дорогущие, как в этом спортмастере продаются, только там они втридорога, там они десятку стоят с лишним. А вот, а здесь мы за 2000 заказали. Вот, если действительно костюм нормальный, можно будет там заказывать. И все, правда, долго идет. Я так понимаю, идет то ли с Алиэкспресс, то ли откуда-то, фиг его знает. А вот, ну, в общем, заказала. Посмотрим все. Костюмчик. Вот. Ну, там многие, кстати, фирмы, я посмотрела, там и Adidas можно купить, и всякие там и Puma, и вот эти вот фирмы там, Face, вот это вот, а ему Джек Вольский заказали вот это вот. В общем, полно всяких разных. Вот. Посмотрим, как качество. Но реально вот на Озоне я нашла, они там, знаете, сколько? Раза вот в 3-4 они дешевле. Вот так. Да и жилет, кстати, примерно так же есть. Я думаю, нафига платить большие деньги, когда можно заказать дешевле. Правильно? Правильно. Главное правильно искать, уметь. Вот так. Ладно, все, увидимся в следующий выпуск. Пока.